Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем покорять просторы Dying Light. Сегодня мы закончим второстепенное задание и пойдем дальше по линейке, по сюжетной линейке. Так, у меня, по-моему, тут ночь началась, да? Да, началась ночь, и поэтому я ночью никуда не собирался выходить. Ну, разве что мы вот добежим до вот этих. Заберем бабки отсюда. Да? Заберем бабки. И назад нахрен свалим. Пойдем поспим. Что-то страшновато ночью тут носиться. Страшновато. Стремновато. Так, у меня запись-то идет. Так, да, запись идет. Что-то странно сейчас, просто не отражается значок, что запись идет, поэтому приходится проверять. Не знаю, что стало с этими. Что стало с NVIDIA? Почему она сейчас так перестала поддерживать? Так, все, время. Время спать. Время спать. Чем, собственно говоря, мы и воспользуемся. В смысле, ёптать, ждать до вечера. Все, вечер вот наступил, да, и теперь ждать до утра. И ждать до утра. Подождали до утра. Что скажешь? А, композитный американский пистолет. Все это херня, мне это не нужно. Я ищу какие-нибудь либо патроны. Так, а ты... Бакшот. Слушай, я с тобой разговариваю. Я Бакшот, охранник башни. Надо сказать, твоя репутация опережает. Чем могу помочь? Я учу охранников техники рукаваш на боте против зомби. Обычно люди не знают, как вести себя с противником, у которого отключен инстинкт самосохранения. А это может дорого стоить. Я предлагаю тебе устроить показательный бой. Я все запишу на камеру и будет пособие для прокурщиков, охраны, разведчиков, всех, кому нужны такие навыки. Нам это очень поможет. Мы спасем много жизней. Ну что, как скажешь на это предложение? Ну как смотришь на это предложение? Слушайте, что вы постоянно хотите что-то там записать со мной, блядь, чтоб я сходил куда-то, что-то я, чтоб я хоть сделал там что-то. Что? Что вам больше? Некому, что ли, это поручить? Ваши крутые, хитроумные, просто опупительно-охерительные идеи. Так, давай вот мы тебя нахрен клевец расхерачим. Так, давай вот тебя надо... Нет, не сюда. Вот сюда переместить. А ты... Великолепный сюрикен, да, вот сюда. Все, ладно, погнали. В общем, вернуть пакет Райну надо. Давайте вернем пакет Райну. С этими... С чем? А, снотворный, со снотворным. Он же там снотворное ему подсунул. Ну вот давайте и вернем ему пакет со снотворным. Ёптыть. А чё ты не... Опять там этот крихтун, пердун, блювун. Ну-ка. И активировать ловушку-ограду. Зомбачелы. Давай-ка мы сейчас попробуем кого-нибудь подманить сюда. Эй, иди сюда. Оп-оп-оп. Бобики. Ну, и что? Понятно, не сработало. Так, здесь два тела. Это Райса, по-моему, мудаки здесь. Нет, один, он еще сдох по-настоящему. Так, что-то они тут кого-то делят, да, там? А. Да пошли вы там. Не от кого освобождать. Вернее, некого освобождать от вас. Поэтому драться с вами я не вижу смысла. Замочить замочу там. Патроны потрачу. Ага. Не, я вот как настоящий очкун пробегу, оббегу вас. И все. Потому что вы мне нафиг не нужны. Вы мне никуда не уперлись. Так, и чё? Где там эта придурочная была, которая орала там?
такой, будто ее насилуют. Сука, бежит, смотри-ка. Че ты? Ну на, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Райан, открывай. Не откроешь, сожжем все нахрен. Так, чё, чуваки, все-таки мне придется вас перестрелять, да? Так, этот. Блять, косой, пиздец. А, у меня патроны закончились. Отойди от меня, мудила. Лови нахрен! Меч ангела, меч ангела! Поебалу получил. Похоже, это только зомби прокановые, да? Пиздец, все патроны потратил, еще и огреб. Охрененно вообще прям. Охрененно ты залетел к ним. Иди сюда, мудила. Я говорю, сюда иди. А подожди, это что еще, шайтаны? Какие-то там. Ёптыть, на. А чё, подожди, а чё у вас... Ёптыть, сколько вас тут. Я тут думал, вас столько трое. Так, этому пиндос попал, пришел. Так. Прикольно, смотри, такой, да? И горит, и искрится, и хоть бы хер вообще. Ты, блядь, на нахер, еще тебе, блядь. Еще на. Сука, промазал. Эх ты ж. Ты че, блядь? А? А, ну ты, то есть, вот так вот хочешь, да? Вот это красиво было. Это было красиво. Давай мы тебя подожгем, мудака. Чё ты на это скажешь? Пиндос, блядь. На, нахуй. Но. Чё, все? Все, да? А вот так вот, если... Чё, теперь ты не такой, да? Подожди, это... Чё это было? Но... Все, короче, гори там. Гори в своем аду. Все, я вас ушатал всех, да? В принципе, вот так и можно с самого начала было просто. Че, блядь, затупил? Как обычно, короче, затупил, блин. Мачете танго. Великолепный восточный хош-хош какой-то там. Ёптыть. Какие у вас тут уроны. Не, одно прикольно, что меня сюда телепортнуло сразу, а не это. Не как обычно, я как всегда куда-нибудь там хер пойми куда побежал. Вернее, хер пойми где я там. Райан, это я. Принес твой заказ, открывай. Спасибо. Они уже собирались спалить тут все. Кто это был? Конкуренты. В Харане совсем не осталось фенилентрита. Они хотели забрать мою последнюю поставку. Вот твой бонус за то, что добрался ко мне. Думаю, это моя последняя партия с тобой. Приятное иметь дело. Хочешь добрый совет? Как закончишь страиваемость, двигай куда-нибудь подальше отсюда. Здесь нечего ловить. Мне советчики ничего. Мое дело предупредить. Все. Так, уроки убийства. Подберите оружие. А, это типа на камеру там надо, да, записать, как он это... Так, сторожевые посты. Ну, погнали, все, хватит. Хватит здесь уже херней страдать. Не, хотя, короче, я могу еще сказать, что там у ведьмы еще... У этой ведьмы там еще задания будут. Ну, то есть она там какие-то еще там потом... Там что-то собрать надо будет, рецепты, ну... Если у меня... Будет желание после прохождения сюжетной линейки пройти квесты ведьмины, то я пройду. То я их пройду. Ой,
Ох ты ж, а. Кавабанга. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-тум. О, травушка. Давай еще. Что-то я даже это... Ни одно умение на фул не прокачал еще. Понятно, там с 25-м это этими прокачанными умениями там вообще прям супер. Так, ну давай сюда. И погнали. Все. Так, надо аванпосты зачистить. Аванпосты зачистить. Чем, собственно говоря, мы и займемся. Так, надо водички пивнуть. Очистите аванпост в офисном здании. Патроны есть. Хрен-то там. Чертеж, ключ Бенджамина Франклина. Да, чё бы не купить, бабла-то у меня навалом. Чё бы не купить там, да, говорится. Так, тут патронов нету, остального всякого говна, как у дурака фантиков, да? Так, это нам надо вот сюда, если чтобы нам вот сюда надо. Подожди, тут кто-то что-то мне... Какой-то бонус у кого-то там внизу. Кто мне тут какой бонус там должен дать? Ты? Подожди, а где бонус-то у кого? В каком-то соседнем здании. Не, я сперва... Я хочу бонус получить. Приз. Что за приз? Что за приз? Ну, как бы, типа, вот здесь, да? А, вот у тебя? Полторушка. А за чё? Ты вообще кто такой? Кто ты-то? Хуй знать, я не... Ну ладно, дал денег, так и чё я? Я ж не против. Дал бабла и ладно. Так, всё, вот... Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, тут все под напряжением. И вон там люди Райса ходят, да? Так, ты зачем эту алебарду взял? Так, вот они вы. Но мне надо тут с вами по-хитрому действовать. Нормально. Так, с вами надо действовать по-хитрому. Вот так вот. Что я? Я сундучок взламываю, и меня здесь нету, отстаньте. Я сейчас лук достану, вас перестреляю. Сейчас в Робин Гуда сыграем. Ёптать. Робин Гуд. Так. Смотрели такой фильм? Робин Гуд, принц воров. Оп. Не канает, да? Не смотрели, похоже, вы. Очень жаль. А, так, я одного все-таки убил.
Не ожидал, что я с этого края выйду, да? Так, и тебя я убил, да? Ты что такой живучий? А, нет, ты тоже сдох, да? Так, что, вы сдохли, получается, что ли? Даже как-то неинтересно прям. Прям как-то неинтересно. Давайте заберем ваше оружие, все. Так, что тут у вас? Тут же сверху, да, у вас еще там сидит. Сидел, вернее. Типа крутой чувак там, да? Что тут? В округе есть тут кто еще? Так, есть там, да? Отлично. Короче. Не хочешь открываться? Ну ладно. Я ж не настаивал. Хочешь открываться, не хочешь? Я ж не настаивал. Блин, я вот не помню, у меня есть этот убийство скрытое или нет? Или зачем тебе скрытое убийство, если у тебя есть снайперская винтовка, да? Вот и все. Скажи, какой дурак будет скрыто действовать, если есть снайперская винтовка? Жалко, что... Так. Че, все здесь? Вы все? Вы все закончились? Ну ладно. Все так все пошли проникать вниз. А, то есть это что, вот здесь? Сука, ты, блядь, можешь спрыгнуть нормально, не покалечившись? Так, что здесь у вас есть? Ни хрена нету, да? Офигово. Так, давай просветим. Так, тут не вх... тут не заходит. Ну, значит, сюда, да? Все. Проникаем в офис. Та-да-да-та-та-да-та. Ёптать, опять я в какой-то шахте лифта. Вот, есть тут гамадрилы. А, и вот тут есть. Так. Так, давай. Удерж... А, это старый город выход. Это обратно вернуться. Подожди, а почему старый город? Я же в секторе Z0 был. Почему я тут... Я тут могу в старый город попасть отсюда, что ли? Не, нахуй, проверять не буду. То и правда еще в старый город попаду. Так, ну-ка. Блять, а нахуй ты вот эту говнище взял? Как так-то ты, у тебя это говнище оказалось? На нахер, мудила. Так, стопэ. Кто я?
Так. Я у тебя за спиной. А ты где? Что, у вас не у всех патроны есть, что ли, или что? Или я просто не замечаю, как я у вас патроны забираю? Так, а что здесь? Может, эти есть какие-нибудь? Как они там называются-то, эти, блин? Наборы ЧС, ой, ёпта, вспомнил. Может, тут есть где-нибудь у кого-нибудь? Блин, было бы интереснее, если бы вы это... Просто все бы бежали на меня, а я бы вас отстреливал и все. А то ходи, вас так сейчас выискивай, выслеживай. Гадов. Так, а чё? Ну-ка, давай. Вниз. Тут все и выхода нет, да? Ну ладно. Я что-то не понял, ты меня услышал или ты меня учуял? Как ты вот увидел, что я со спины подошел, подкрался? Как ты это понял? Слушай, а что за... Я за вами долго буду бегать? Это что, ни одного набора ЧС нету, что ли? Что за херня-то, блин? Что у вас за логово такое? Ни одного набора ЧС нету. Вообще прикольно. Может, на каком там? На третьем этаже, может, будут наборы ЧС. Я же тут, можно сказать... Ну так нечестно, ты, короче, замаскировался там где-то, спрятался. Так, вот этот, а вот он. Все. Так, еще полезли, да, тараканы? Так, это на том уровне. А на этом этаже есть что-нибудь, кто-нибудь? Ну... Странно, а почему ты это не отразился? А, я тебя убил, да? Сори. Я не думал, что я тебя так быстро просто убью. Так, ну там ты-то хоть не спустился? А? То что-то мне идти... Не, вроде где-то на моем уровне. Где-то на моем уровне. Все?
все, что ли? Серьезно? Да. Уж. Да уж. Так, а что тут? Лифт и что я? Подожди, тут же где-то третий этаж был. Так, давай мы. А где третий этаж-то? Вот здесь. И чё? А, ну... Всё, херня, да? От третьего этажа одно название, что это третий этаж. Так. Старый город. Так, ну всё тогда получается. Сюжетные задания в эфире. Побочное задание. Очистите пост на радиостанции. А я сейчас где очистил? Радиостанция. Очистите пост на радиостанции. Что, давай мы сейчас в город выйдем, посмотрим вообще. Я же вроде на радиостанции и был. Или нет? Или я вообще не по адресу пришел? А это что, это не радио? Ну, как бы... А где радиостанция? Ёптать, вот раз. Ну, это второй аванпост, да, получается? Ну, и очищу я его, и чё? Ну, я еще одну зону разблокирую. Задолбали, короче, вы это. Давайте вот это вот мы сделаем. В эфире. Сколько можно-то? Ой, стоп. Не хочу я плыть. Я вот хочу пробежать. Красавчик ты. Просто красавчик. Это просто ничего не скажешь вообще, блядь. Пу, долбоебизм, блядь. Там, блядь, убили, тут убили. 17 тысяч проебал. Что за долбоебизм, блядь. А? Ты еще кто такой? Барыга. Хули, у тебя ни оружия, ничего нету. Аптечки бы хоть продавал, блин. Мудень, блядь. Сука. Че за гадство, блядь? Да ты затакипал, блядь, паркурщик хуев. Все, один урон тебе проходит, ёптать. Вот водоросли собирай давай, жуевать сейчас будем, блядь, водоросли. Сейчас шизобомбу сделаем. Блин, херово, что на здоровяков шизобомба не действует. Не, ну в толпу-то ее кинуть вообще было б... развлекалово. Надо этот, если я там... Нет! Аллилуйя, сука. Как я выжил? Сука, вот обидно было бы. Это вообще прям... Знаешь, это сегодня прям... Не на моей стороне сегодня везение получилось бы, да? Это ж надо из великого множества мест, где можно было бы это... Так, ребята, вы тут берега не попутали, ёптать? А? Чё на? Чё, блядь? Где? Иди сюда. И... Чё ты сказал? Ху... We Indian ha... Хуй там что-то ты сказал? Козёл, я тебе помог, а ты мне там такое... Хуй там, тебе это тебе там... Хуй мудила, блядь. А, это... Пиздец. Короче, тебе надо это... Целиться получше. Что здесь такое? Ну, я ж не один слышал-то эти. А, вон ты стоишь там, да? Ну, стой.
Не, вот еще, знаешь, зависело бы этот урон от, от того места, в какое ты ему попадаешь. Там, в голову, в руку, в ногу. А то как бы это... Что вот ты ему в башку попал, то есть это одинаково... Ну, один урон там, да? Попал ему там в руку, то есть это другой урон там. А то как-то ты его лупсуешь, лупсуешь, а ему хоть бы хер вообще там. Так, ну да, безопасную зону мы разблокируем. Разблокируем безопасную зону. Хер-то там, да? Так, а тут, по-моему, еще что-то есть. Все, вкручиваем. И... Подожди, так, что здесь или здесь? Все, да? 2000 прям. А, это маскировку использовать нахер мне не надо. А, так, а... Блять, наверх надо лезть, да? А где я тут с вами свалился? Вот отсюда. Погнали дальше. Так, в эфире. А. Тут же теперь зона безопасная. Так, стоп, ёптыть. С твоими акробатическими прыжками. Отвали. Блин, а тут же где-то еще этот какой-то там наркоманский должен быть этот квест. Доберитесь, войдите в канализацию. Так мне до канализации... А, вон канализация, да? Подожди, а там взрывалка, да? Там этот взрывающийся хер. Ты там взорвался или нет, я не понял. Ё-моё, блин. Да? Или нет? Куда надо войти-то будет? Сюда, не сюда? Блин, вот из всего, что может это в сундуках лежать, тебе, по сути, тебя интересуют только эти. Тебя интересует только марля. Меня марля только нужна, чтобы аптечки сделать. Так. Ну, вроде да. Вроде сюда пришел, правильно. Спуститься в канализацию. Сейчас по канализации надо пробежать, да? Нужно убедиться, что сигнал усилится и пробьется сквозь блокировку радиосвязи. Надеюсь, что получится. Если установить усилитель на самой высокой радиомачте в Харане, умник говорит безопасный путь через канализацию. Или умник готовит безопасный путь. Короче, что-то готовит. Умник там что-то, в общем, делает. Что-то делает умник. Канализация. Вот так, стоп, марля. Сука, одна всего, да? Ну, хоть и на этом спасибо. Спасибо, хоть и на этом. Так, а это что такое все? Под напряжением. Что-то я вот эту локацию слабо помню. Слабовастенько помню. Здесь ничего нету. Что-то звуки какие-то подозрительные. Так, подожди, что ты? Здесь... Что здесь может быть вот так вот, если подумать? Ну, там...
маленечко на минутку остановиться и подумать, что здесь может быть. Ответ: да хер его знает. Все что угодно. То есть начиная от куском говна, заканчивая куском говна. Ай, блядь. Ай, да что ты? То есть вот это, да? Та-да-дам-парарарам. И ты еще тут нормальный. Ну, раз уж ты открыл, давай. Давай откроем эти нормальные. И все. Че тут метательные? А, и аптечка, да? Ой, не аптечка, а это марля. Так, здесь какие-нибудь... Мне вот интересно, здесь кто-нибудь есть? Так, и чё ты... А чё ты... А, вон туда наверх, да, надо? Подожди. Ружьё? 911 урона? Ёптать, да такую вещь... Такую вещь просто... Я такую вещь обязан просто взять. Так, а что я могу? Давайте-ка я вот сюда запрыгну. Надеюсь, здесь меня никто... Ружейный патрон есть, да? Так, давай посмотрим, что я могу с ружьём-то сделать. Как ты называешь? Клятволом. У тебя есть песчаная буря, а ты можешь сделать клятволом. И... Либо можешь сделать адский зверь, да? А, нет, адский зверь ты можешь сделать и без этого. А вот клятволом... Не, ну раз я могу... Раз я могу тебя сделать, давай сделаем. 911. Ну... Не осталось места в инвентаре, окей. Что же мне тут такого? Какое же говно мне выкинуть отсюда? Выбросить. Вот это, да, например? Чертежи. Где ты тут клятволом? Погнали. Что за клятволом получается? Окей. Окей, инвентарь. Угу. Клятволом. Давай мы вот сюда посмотрим. Что за... Ну, двухстволка, да, получается обычная. Обычная двухстволка. Ё-моё, а тут что-то прям жутковато как-то там. Так, стопы. Что-то мне кажется... Что-то мне кажется, сейчас придется хлестаться. Этот ребенок, нет, только не это. Так, сейчас бы... Блин, что-то мне бы его просветить, понять, где он стоит. Подожди, где ты стоишь-то? Непонятно, просто я бы тебя сразу там шмальнул бы. Ах ты, тварь. Ах ты, тварина. Вот с... и чё, как мне тебя тут, блядь, ушатать? Мерзкий урод, блядь. Сука ты косой. Блядь. Так. Я просто тебя видеть толком...
толком не могу. А вон ты где даже. Ебаный насос. Чё за... Я не понял, а чё? Чё ты задыхаешься или чё? Чё с тобой происходит? Чё случилось-то? Ещё двухствольное ружьё. Эй, подожди, у меня... Я не понял, а что за баг-то такой? Почему не выбиралось-то оружие, блядь? Лук баганулся, короче, и все, и держится просто в руке лук, и все. Ну, сука. Так, ладно, двухстволку мы... Ставим снайперку сюда. Может, ты пригодишься. Чё? Ой-ой-ой-ой-ой. А вот он тут кто был, да? А, ну. С тобой мы знаем, как разбираться. А в чем 1500? Чё? А, здесь... Ночь, я думал, ночь тут. Да ну с вами, блядь, драться тут, по-моему, бесконечно. Тут война будет с вами, с полудурками, блядь.
Блин. Так. Подожди, вон там. Ты прилег отдохнуть, что ли? Ну ладно. Ой, у меня хп уже нихера нету-то, я тут пошел геройствовать, блин. Так, подожди, может мы тогда вот это возьмем? Блин, можно было бы им это, конечности отстреливать? Вообще было прикольно. Сука, в этого... Не, в головотяпку можно попасть. Ну, вот так даже прикольнее, блин. Чем с этой дальней дистанции их там бить. Чё здесь у нас? Тухлячок? Ничего нету? В принципе, тут чё, блядь, нам выйти надо отсюда. Надо отсюда выйти. Вити, Вити, надо выйти. Да, надо выйти. Марлю возьмем. Давай пока сделаем аптечек, пока как бы это типа относительно спокойно, относительно спокойное и безопасное место, да? Давай сделаем аптечек маленько. Давай еще одну. Все так, инвентарь все тут стоит. Вот. Ох ты. Замечательная погода. Наверное, это оно и есть. Ух ты. А, то есть я ночной выживший, да? Чё, сколько очков дали? 8000. Так, и чё? И чё? Точнее, куда? Вот сюда. Не, не работает кошка. Кошка не работает сюда. А здесь. Опять же, чё, вот сюда? Серьезно? Это мне надо вот туда спрыгнуть. Хули, давай-ка спрыгнем. Это он сейчас что, матерился? А он там типа говорит. Теперь слушай, тебе нужна карточка ключ по станции, без нее питание на антенну не включится. И где взять эту карточку? Надо порыться в контейнерах. Она в каком-то из них. То есть ее еще надо найти? В смысле? Ее мы... Нет, она точно там, просто тот парень, который был там до тебя, спрятал карточку в один из контейнеров, прежде чем мы потеряли с ним связь. Давай дубль 2. Хули нам дал ракам. Как будто вот так вот с первого раза было сложно, да, спрыгнуть. А, надо сразу стрел сделать. Сразу стрел. Так, подожди. Где? Вот стрелы рейнджера. Так, 2. Оп. Так, теперь еще давай разрывных. А, вместо инвентаря не осталось. Пух. Так, подожди, а чтобы мне осталось место в инвентаре, мне нужно двухстволку вот эту выкинуть надо. Потому что зачем мне они? Так, а чё тогда я... Ну... Так... Что здесь есть? Нахуй эти все взломы.
Взлом, взлом, блять. Взломать, чтобы взломать, да? Взлом ради взлома. Нах. Вот. Марлю возьмем, а это херню. Мне уже просто надоело здесь все взламывать. Это какие-то тут... Вот марлю возьмем. То, что не заперто, возьмем. А там эти... Вот статуэтку возьмем, да? Все, погнали. Погода, конечно, пипец. Давай ловкость покачаем. Так, что у нас там? Зомбаки есть. Река. Ну-ка. А что здесь под водой есть? А время тут идет? Нет, 6:09. 6:09, как остановилась, так и стоит. Так, здесь, короче, есть какая-то это пасхалочка. Только вот надо, падла, вспомнить, где. Я потому что ее не поднимал. Я что-то в ролике смотрел, в клипе. Рассказывали, то есть, что пасхалка здесь есть. И что ее можно только один раз. Ее можно только один раз. Вернее, всего есть один шанс для этой пасхалки. Слушай, чё вы-то такие здоровые, блин? Или как-то уровень вашей выживаемости зависит от того, насколько я становлюсь крепким. Поначалу же вы видели, лук их просто шотал. Фах, фау. И все. Да ёб твою мать. Лук отпусти. А. Опять баганулся лучара. Все. Но, подходи. Чё ты? Мне уже, блин, эту мачете. Мне уже мачете это, блин, добить и все. Добить бы мачете. Спасибо, что сдох наконец-то. Короче, я тут просто могу очень долго. Так, подожди, где этот блювун был? Сука, да где он кряхтит? Я не вижу его просто.
А, вот он. И ты здесь, да? Заперто, да? Ну, кто бы сомневался. Заперто. Так, надо... Коктейли Молотова сделать. Коктейль Молотова. Где ты тут? Ух ты, сколько много я могу вас сделать. Так. Но стрелы забрать надо. Надо забрать стрелы. Они ж на дороге-то не валяются. И пошли ко второму, да? Да-да-да. И ко второму. Так, ко второму это вот так вот, значит, надо, да? Здесь же я могу пройти. Так. Здесь вот так. И, соответственно, вот так, да? А чё вы тут лежали? Чё вы тут? Чё вы тут? Кого ели? Чё вы, пацан? Так. Ох ты. Что-то мне подсказывает. Вам, наверное, тоже подсказывает. Что ключ находится вот в этой херне. Где этот амбал там, да? Есть. Так, давай тех тактику боя выработаем. Так, вас двое там, да? Так, вас двое. Значит, надо действовать хитрее. Так, тогда мы будем действовать по-другому. Мы используем тактика, которая называется галактика. Прям не очень получается тактика. Угу. Подожди, Миш. Я ж теперь могу вот здесь-то, да? Так, одного я прикончил, нормально. Теперь еще надо одного.
Так, с тобой разобрались, хорошо. Теперь нужен лук. Теперь нужен лук, чтобы с тобой разобраться. Черт, опять эти уроды. Какие уроды? Ты про кого ее? Про вот этих здоровяков двоих, что ли? Или про кого? Ты меня так не пугай. Потому что... На, гори. Чё ты? Сгорайте. Чё вы не горите-то? Какие вы стойкие оловянные солдатики. Все. Давай тогда мы. Так, хоть тебя умотаем. Так, а что ты там? Я что, не туда? Стой, я почу. А зачем? То есть, подожди. Вот он мне показывает эту желтую зону. А, ну здесь тоже, да, надо? А, то есть, получается, я там не нашел. То есть, надо здесь поискать. Не, ну, блин, мы же все понимаем, да, что они... Что она здесь должна быть. Потому какая тут была охрана. То есть эта карточка-ключ должна быть здесь. Только вопрос, где, да? Только может вот этот. Ну-ка, вот так. Ты же не можешь быть под замком. То есть ты должна лежать где-то на видном месте. Карточка-ключ. Вот, например, в какой-нибудь... Блять... Алкашка заполнена, все. Я бухлишко взять не могу. Так, здесь не открывается. Ну ладно. Так, вон там еще есть. Так, здесь... Подожди, здесь... Нет, вот тут открываем. И аэрозолька... Аэрозолька и силиконовый кабель. Ты... Да не, ну не может быть. Да не может быть, чтобы... Здесь такая... А, вот еще там. Вот третья здесь, да? Вот тут без света. Тут, скорее всего, ты лежишь, да? Карточка, ключ. Здесь? Нет. Падла, неужели сейчас опять придется в обратку бежать? Я чё, лоханулся? Не, ну не может. Ну как так? Нахера тогда здесь такая охрана нужна была, если тут, блядь. Ну здесь вот нету прохода, все. Здесь не пройти. Здесь. Сюда тоже не пробраться. Ну, то есть. Карточка, ключ. Инвентарь заполнен.
То есть он спрятал в какие-то контейнеры. Чё за бред? Ну, похоже, я зря сюда прибежал, получается, и что? То есть это все там находится. Надо было там искать. Ну, мне, если честно, слабо верится, что это было там. Просто здесь такая охрана сильная была. А карточка находится там, да? Херня какая-то полная. Ну как просто я, получается, в самом начале пути, то есть у меня карточка даже это находилась, что ли, или что? Ну это же гон. Не могёт такого же быть там, да? Это ж не по классике жанра получится. Блять, тут эти. А тут эти опездалы уже. Блять, дверь. Дверь не закрывается. А как ты через закрытую дверь-то пробрался, мудень? Мне вот очень интересно. А, подожди, может быть тут это? Ты же только вверх осмотрел. Там же еще вон, там же нижний контейнер есть. А ты только верхний осмотрел, да? Может быть, вот как раз они в нижнем. Может, вот здесь вот как раз вот. Но тут не открывается. Окей, тут не открывается тогда. Где должно открыться? Здесь есть... А, вот, подожди, вот вход. Да, здрасте, жопа, Новый год. Крокодил и бегемот. Взорвался. Сука, как я неудачно это... Не вовремя кошечку-то убрал. Не, ну, блядь, если сейчас карточка, кажется, здесь, то это будет просто трешак. Блядь, это лишние движения просто сделал. Ну, а если она здесь не окажется, то... Как бы это будет еще херовее, потому что я... Ничего нет. Так, подожди, то есть здесь ничего нет? То есть все-таки это там, что ли, да? Боже, я прямо сейчас в замешательстве. Я прямо сейчас в охеренном замешательстве. Потому что. Вот почему, понимаете? То есть, ну, вы же поняли, да, почему я в замешательстве. То есть, потому что я в замешательстве. Просто я потому что... Вот смотри, эти заново все резнулись. Ёб твою, блядь. Дивизию. То есть мало того, что я потратил на них уже все свои патроны. Не, ну вы же сюда не должны зайти, да? То есть не должны вы сюда зайти. Я сюда спускаюсь. Я смотрю здесь. А, стой. Это окажется в том третьем контейнере.
где чувак тут лежал, помните? Я же когда этот в желтой футболке там кекс был, да, то есть. Так, я вот просто не помню, в каком это было. Вот там, по-моему, да, он лежал. Но если не там, то значит в другом месте. Я прикольно, конечно, прикольно. Не, мне замочить еще раз, в принципе, их не сложно. То есть у меня есть еще 30 патронов, с которыми я смогу их замочить. Да. Вы чё тут? А, здесь мешки стоят. Я вас перестреляю еще раз, мне не сложно, ребят. Понимаете? То есть вообще не сложно вас перестрелять еще раз. Мне непонятно просто, где карточка. Так, я... Короче, вот здесь... Вот здесь. Ну вот. А вот и карточка, да? Я нашел карточку. Отлично, теперь иди на подстанцию, это рядом с радиомачтой, уже за забором. Воспользуйся карточкой, чтобы войти вовнутрь. Подстанция. Где ты? А, вон, 142 метра. Подожди, а где здесь этот был? Сука, я чё? В первый раз её проморгал, то есть... Как бы... Возле ноги не заметил карточку? Капец ты, даун. Фух, сам себе создаёшь... трудности. Так, здесь мне куда? Ну-ка, вот сюда. Здесь что такое? А, ну тут, в принципе, просто с это, да? С разных мест можно. Можно было вон чувака того красноштанного. Так, а ты там куда карабкаешься? Так, а здесь кто? Ой-ой-ой-ой-ой, подруга. Подруга, иди нахер. Все. Так, здесь. Ё-моё, тут что, не перелезьте, да? Так, а что, здесь есть какие-нибудь здоровики? А, нет, нет, мне надо вот это вот. Т
Так, ты, по-моему, взрываешься, да? Взорвали. Помер. Войдите в электроподстанцию. Так, там что у нас? Взрывающихся нету? Нету. Так, есть где-то этот, слышу. Блин. Ой, тут. Патронов не осталось с вами. Извините, у меня патронов не осталось, чтобы с вами веселиться. Вот и дальше жать, что ли? Сука, а где этот-то, блин? А вон подстанция, да? Давай быстрее, мне еще надо другана твоего здорового убить. Ну-ка. Ой, не это, вот это. Я уже и забыл, как весело-то вас с этих убивать, с такими стрелами. Бабах. И труп, да? А ты-то чё такой стойкий-то прям? Все? Вы все или тут кто-то еще у нас есть? Вроде все. Я внутри. Отлично, включай трансформатор. Пасхалка. Вот не помню, где пасхалка. И, блин. Просто тоже даже интересно было бы там. Ну и зачем ты ее сломал? Не та оказалась. Давай, все. Готово. Теперь найди щит управления у подножия мачты и включи его тоже. Включите щит управления подножия мачты. Ну давай. Хуй нам. Сейчас же только самая погода, да? Thank you.
Так, а где ты щит управления-то? У подножья мачты? А точно у подножья? А что ты не это-то? Кошка не цепляет? После какого подножья-то? А, вот это что ли? И чё? Поднимайся на мачту и устанавливай усилитель. Любое радио в радиусе пары сотен метров будет работать как зверь. Поднимайся на мачту? Легко сказать. Ну. Чё ты ноешь? Тебе сказали на мачту лезть? Ну, все, значит, лечь на мачту. Вопрос только... Черт, трос оборвался. Да вы издеваетесь? Так, подожди, а я... Блин, я даже не могу это... Подожди, а, ну, блядь. А, вот. Все. Вот почему в таких этих кошка не работает? Вот интересно прям. Да? Что тебе мешает? Так, давай посмотрим, куда тебе надо. То есть мне еще выше, да, надо? Отлично. Сука, кто бы сомневался-то, блядь. Что мне надо выше. Теперь только понять, как забраться туда. Так. Серьезно, что ли? Сейчас по вот этим прыгать, что ли, мне надо? А, блядь. Ух ты ж, в рот тебе компот, блядь. Так, давай навыки тут вкачаем. Что-то у меня тут так позволяет бегать по стенам. Хорошо. Давай так, похер мне. Мне это все равно не поможет. Не, ну просто если... Ага. Ну ты в принципе прав, что тебе надо вот сюда. Ага. Чё еще выше? А, подожди, вот по-моему, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Крейн, когда установишь усилок, не забудь настроить радио на нужную частоту. Да, помню. Когда установишь усилок, мне сперва установить его, мне точнее сперва добраться до него, а потом, так, а потом вот здесь, да, мы лезем. Отлично.
Фу. Знаешь, было бы прикольно с этой вышки, это как вот в Far Cry, там есть крыло такое. Прыгаешь, шип нажимаешь, и ты летишь на крыле. И вот отсюда, с этой вышки, было тоже прикольно спрыгнуть и спланировать на крыле. Охренеть. Так, сейчас. Подожди. В какую сторону? В эту? Ну да, в эту. Чё? Я чё, неужели добрался до верха? Всего с одним падением. Ну конечно, ждали. А, подожди, еще выше что ли надо? А где тут? Вот. Все, кто меня слышит, слушайте, меня зовут Кайл Крейн. Я передаю сообщение с Харана, закрытого на карантин. Полковник Таннер и Министерство обороны солгали. В городе еще есть уцелевшие. Они хотят разбомбить Харан, и если это случится, вы будете знать, что Теннер и сотрудник Министерства – убийцы. Голос по радио, твою мать, в зоне карантина кто-то выжил? Голос по радио, эй, как слышно, прием, это... Я так и знал, так и знал. Еле успел. Крейн, это ты? Как слышно? Какого черта? Хотим дать тебе шанс покинуть это кошмарное место. С какой такой радости? Я так и не выяснил, кому переслали ваш файл. Даже аванс не отработал. Дело прошлое, Кайл. Забудем это, как страшный сон. Да будь для нас результат исследования доктора Зера, и мы пришлем за тобой вертолет для эвакуации. Кстати, я знаю, что было в том файле. Знаю, что вы Крейн. И теперь вам срочно понадобится вакцина, да? Это единственный способ сохранить лицо, убедить мир, что вы все это время трудились над созданием вакцины. Не говори глупости, принеси нам исследование, и все будет хорошо. Но вам нужны результаты, тогда ждите от меня сигнала. Чудесно. Умник, ты здесь? Усилитель стоит. Отлично, Кэрри, теперь съезжай по троллею, как приземлишься, рядом будет туннель, о котором я говорил. Волк, это Крейн, кто это? Это Волкан Дан. Я тут с братьями. Вы не возражаете встретиться на автосборочном заводе? Я дам вам координаты. Я скоро буду. А вот, блять, пасхалка, флаг. Скоро буду. Чё там надо? Запуск. Встретьтесь с Далом в установленном месте. А это вон там он, да, что-то? Вот, ребята, вот про чё я, блять. Вот она, эта пасхалка, которая... Флаг. Только что это за флаг, хер его знает? Для чего? Ну, с эмблемой какого-то этого. С эмблемой. Как долго-то спускаться? Так. Ну шо, блять, поехали. Аллилуйя. Аллилуйя. Подохни, сволочь. О, ну-ка давай здесь прокатимся. Ты сдох, что ли? Чё так рано? Ебучий случай. Пошел нахер. Запуск. Так, и чё, куда мне? Не, в принципе, по-моему, мне надо вон туда, вниз упасть. Похоже, разобьемся, так разобьемся.
Нет, не разбились. Так, только тогда как мне? Что-то он показывает, что... Типа где-то здесь, да, вход? Что ты мне показываешь, что здесь вход есть? Может, я вообще сюда зря спрыгнул? Теперь я отсюда, может, хер выберусь? А если я отсюда хер выберусь, то тогда... Как мне самоубийством жизнь покончить, чтобы в каком-нибудь другом месте очнулся? А, нет, тут все нормально. Рано паникуешь. Рано паникуешь. Ох ты ж. Чтоб тебя. Так, вот тебя надо отремонтировать. А вот тебя... Уже не отремонтируешь. Мистер Далтон. Это на которого работали? Это Толга и Фатим, то есть Биба и Боба. Да? Это же он, по-моему, мистер Далтон. Так, что здесь? Взять даже нечего. Изоленты, блядь, кусок. Вот они, они. И чё, и с кем мне тут надо разговаривать? С тобой? Волкандал. Вы Волкандал? Да, а вы мистер Крэн, человек, способный на многое. Я лишь выполняю свою работу. Чего не скажешь о большинстве. Несмотря на свое неприятное поведение, эти двое тоже способны на многое в своей области. Подводная лодка? Значит, и вы здесь застряли? Уже ненадолго. Вы не смогли оплатить отъезд? В правительстве знали, что я заражен. Сказали, что меня поместят на какую-то секретную карантинную базу. Это не для меня. Вы принесли гидролокатор? Да, он у меня. К использованию готовы, мистер Далл. Отлично, мистер Крейн. Окажете нам честь? Охотно. Прошу, ничего не сломай. Запустите подводную лодку. А, то есть вы меня позвали, чтобы я вам подводную лодку столкнул, да? Ну, супер. К испытаниям... К испытаниям... Балласт загружен. Погружение на 2 метра. Самый малый вперед. Все. Стрелок на них смотрит такой. О нет. Джентльмены, я хочу знать, что случилось. Она взорвалась. Это ты виноват. Я, ты придурок. Да, да, конечно. Один толком. Подавайте идею. Человек-пушечное ядро. Слишком опасно. Туннель в Китай. Слишком долго. Реактивный ранец? Да, да, да. Мне нужен реактивный ранец. Постройте мне его. Блядь. Сука, как бы я хотел тебе втащить, блядь. Тебе и вот тебе. Ну ладно, и тебе. Биба и Боба, сука, блядь. Так, чё, в тоннель теперь опять идем, да? Ну, чё, даже нечего тут взять. Так, подожди, а я же могу эту мачете будет потом, по идее, кинуть же, да? Я ж могу же в них. 7:48, время пошло. После того, как я запустил трансляцию, пошло время. 218 метров еще. Так, вы что тут делаете? Что, блядь, пьяные, что ли?
А, я здесь вообще-то. Чё с вами, шайтаны? Ёптать, я ж хотел туда запрыгнуть. Такой, уу! Как ниндзя. Как какой-нибудь этот там. Как ниндзя, да? Давай под водой поплаваем. Раз не смог запрыгнуть. А чё там? А почему мне туда-то надо бежать? Что там за тоннель-то такой? Я ж не оттуда его пришел. Почему теперь мне надо... А, вот он, тоннель. То есть здесь что, проход есть, что ли? Найдите выход в старый город. Ёб твою. Чувствую, сейчас будет жарко. Метров. Слушай, может, ну его нахер тут все эти. Да, план безупречный, ничто не может пойти не так. Конечно, что тут может пойти не так-то? Крейн, ты что? Ты в своем уме вообще? Все, все отлично. Подумаешь, тут горы трупаков лежат, а так в основном. Что, в меня кинул, что ли, там что-то, мудень? Не, подожди, Угу. Блять, почему не закрывается-то? Почему не закрывается? Заржавело, да? Ой-ой-ой. Подожди, это что, это эти? Ебать. Ахи... Не-не-не-не-не-не-не. Не-не, я туда не хочу. Подожди, тут походу тогда надо вот это брать. Против этих... мудаков. Пиздец, ничего себе здесь прям. Здесь просто тонны человечины лежат. Или там не знаю кого, но тонны. Просто реально тонны чего-то тут, кого-то тут. Откуда такой завал тут, я не понимаю. Что здесь такое было разрушено, что завал здесь такой оказался? Так, это я. Сука, скажи, что я уже близко к выходу. А? То есть мне сейчас надо нырнуть. Походу, нырнуть я согласен, потому что под водой зомбаков нету. Это все безопасней. Это все безопаснее, чем на поверхности. Так, все, я вроде выбрался, да, практически. Ну, судя по конструкции, то есть я уже... Только почему ты пишешь старый город? Это же не старый город. Я послал сигнал наружу, и как это раз вовремя. Бомбардировщики министерства развернулись и улетели прочь. Но потом со мной связались с ВГМ. Они хотят, чтобы я собрал результаты исследования Зеры и передал их. Так они смогут всех убедить, что работают над созданием вакцины, а не пытаются извлечь прибыль с человеческого горя. Пошли они в жопу. У меня другие планы. Вот и правильно. Планы у нас. Доктор Кан, Кайл Крейн, как меня слышно? Слышу вас, вы хотите встретиться, я готов взяться за работу. Только принесите образцы.
Именно это я и собираюсь сделать, док. Но не забудьте, я тут застрял в окружении тысяч зомби. Вас понял. Ждите, я скоро приду. Хорошо, я все равно никуда не уйду. Как замечательно, что хоть кто-то никуда не уйдет. Так, ну, тогда что я предлагаю? Я предлагаю в следующей серии проверить, уйдет куда-то доктор Сэра или не уйдет. А, на этом все, ребята. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. А мы продолжим с вами в следующей серии. Всем пока.